Погода розлютилася. Уже третій тиждень поспіль Дніпро потерпає від рясних дощів. Повалені дерева, підтоплені будинки і парки, асфальт, який шматками сходить разом із водою, зруйновані паркани та автомобільні затори. Деякі двори приватного сектора заливає так, що люди не можуть відчинити двері. Як дніпряни переживають тривалу негоду і як вона коректує їхні плани, дізнаємось просто зараз. Сижу в офісі і вдома. Сложно, потому что слишком быстро меняется. Сначала очень жарко, потом дождь, мокро, холодно. Вот приходится куртку одевать, чтобы неожиданность не застала. Ой, тяжело. Конечно, тяжело. Ну, хотелось бы, чтобы как-то наши власти побольше, побыстрее, возможно, реагировали. Неудобство только потому, что очень много воды, все, потому что заливает воды по колено и сразу невозможно никуда добраться, особенно если ездишь на городском, на публичном транспорте, то сразу невозможно ни перейти нигде дорогу, ни дойти, ни уйти, никак вообще не доехать. Нормально, в принципе. Без ручности никаких умая? Ну нет, слава богу, вчера была дома в этот момент. Как вы проживаете на воду? Третья неделя уже, да, в Днепре идут дожди, я смотрю по новостям, то есть в других областях еще более-менее там вода сходит, у вас, ну, и фермеры там пострадали и так далее. Сейчас радует то, что, ну, во-первых, утром свежо, это из плюсов, да, то, что дороги как бы помытые получаются, да, то там хочешь не хочешь, уже чистые более-менее асфальты. Как вы переживаете негоду? То есть нормально. К машине тяжело подойти, все в лужах, все затоплено. Опаздываю там на тренировку, допустим, либо на работу, ну, бывает, если зонтик дома забуду. Добре. А незручности какие? Ніяких немає. В городе начинается потоп, которому город не приспособлен, а так мне комфортно. А планы, возможно, из-за того, что транспорт плохо ходит, некуда ехать? Я никуда не езжу, поэтому меня все устраивает. Блин, вообще отвратительно. Ни из дома выйти, ни сходить куда-то. Затапливает. Все планы изменились. Вчера весь вечер дома сидел. Плохо. Чего с оптимизмом?